Ну вот вы только на него посмотрите, а? Коричнеглазый. Мы как с ним, значит, договаривались? Мы начинаем играть нормально. Мы возвращаем наши скины обратно во взрослых людей. А он сразу же после этого опять свои читы, значит, рубил. Капканы начал использовать, да? Мы вообще-то договаривались, что мы перестаем читерить, и ты перестанешь читерить, и что будем каждый играть за себя, а ты опять за свое, что ли? Это вообще незаконно. Ты нарушил все правила договора. То есть, получается, ты нам соврал. И что, ты думаешь, что мы это просто так оставим, что ли? Ну уж нет. Сегодня мы опять объединяемся все против тебя, и мы придумали новую идею. Ты сегодня будешь нас молить о пощаде, ты сегодня ни одного раза. Какая новая идея? Я 5 серий страдал от того, что вы мелкими здесь бегали. В смысле объединяйтесь? В смысле новая идея? Я чё, мало настрадался, что ли? Ну, по всей видимости, ты урок-то и не усвоил за эти 5 серий, я правильно понимаю? Раз ты начал капканы использовать. И чё вы сегодня опять удумали? Ну это ты сегодня узнаешь. Ты давай, запускай первый раунд. Давай, запускай, запускай. Жулик Плей, я тебе доверяю больше всего. Чё они опять сегодня удумали? Я сам не знаю, я только что зашел, и я сам не понимаю, что они здесь сделали вообще. Ну вас же опять подписчики в комментариях ненавидеть будут, а? Если вы сегодня опять будете так же читерить, как в прошлый раз... Я реально распущу всю команду, и мы больше снайперов записывать не будем. Да я же тебя знаю, у тебя на это духа не хватит. Ты будешь пытаться нас победить, а мы будем воспитывать тебя, чтобы ты с нами больше с читами не играл, понял? Господи, как же ты любишь тараторить без остановки. Тараторит. Уже реально проще взять и запустить наконец-то. Первый раунд. Лишь бы Хэрэйд заткнулся. Опять что-то придумали. Опять что-то химичат. Опять хотят меня победить какими-то незаконными путями. А почему я прямо сейчас у себя перед глазами вижу огромную кучу куриц, собак, коров и свиней? Ну так а мы откуда знаем? Это, наверное, из загона сбежали. Мы же на ферме, в конце концов. Логично, логично. Ну, тогда получилось... Агрессивная собака. Тогда получается, мы играем так же, как играли в предыдущий раз. Если я вас побеждаю хотя бы один раунд, вы отменяете свои читы, и мы с вами играем нормально, да? Ну, при условии того, что ты после этого опять читерить не начнешь. Я не читерил, херет, капкан, это даже не читерство, просто капкан, надо смотреть себе под... ноги. Так, очень интересно, что у нас сегодня здесь происходит, и очень интересно, куда мне стрелять и в кого мне стрелять, потому что кроме зверей я здесь никого не вижу. Опа! Овечка, походу была бессмертной, но ненадолго. Ну слушай, я из своей нычки уже давно вылез, а тебя так и ни разу и не увидел. Ты где запрятался там? Вот мне кажется, ли там чья-то башка Стой на месте! Какой мама? Да! Курица! 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 А, это обычная курица была, я уже испугал. Корова, значит, их сдаил. Да коровой ты сегодня стал, помукал? Му-му-му-му-му-му-му-му. Их сдаил, ты бесполезный! Ты что, вечно спас полезный? Банан, который свиньей только что... Да ёганый бабай! Как же я обкекался только что! Херей, ты чё, реально, ты прикалываешься? Ты прикал! Она всё, ты! Ребята, это я его вижу, он на мосту! Да ничего, я не на мосту, Клайп, хватит врать людям, так! И даже учи... Так, зверей тут на самом деле очень много. Кто из них кто, я пока не понимаю. Свиньями, значит, решили сегодня стать, да? Курами, значит, сегодня решили стать. И вот этими вот, и... Просто какая-то слишком подозрительная курица была, я не понял, это человек или это все же... Слушайте, ребята, это как-то вот максимально нечестно, вам не кажется? Ну ты же капканы свои используешь, вот так и не возмущайся. Ай, ребята, мне придется всех здесь на этой карте убивать, чтобы выявить, кто на самом деле овца,
А кто овца? Натаха? Или кто это... Иди сюда. Нет, это обычная была вот эта вот корова, ладно? Я выигрывал и не против таких читов выиграю и в этот раз. Так, обычная корова, ладно. А теперь у меня для вас срочные новости. Этот человек находится на красной стороне, так что все меняем свои позиции и бежим туда. Ребята, соберитесь, давайте, лапы в ноги, ноги в лапы и бегом на красную сторону. Я уже прибежал сюда. Где он, Клайв? Не надо никакие лапы в руки, руки в лапы. Ребят, отстаньте от меня и уберите этих животных. Только что курица, у меня на глазах яйцо вот это... До свидания, Юж. Я понял. Это был отвлекающий маневр. Курица яйцо вот это снесла, а Жекоплей меня со спины убил. Вы что, прикалываетесь? Курица, это не отвлекающий маневр, это наши партнеры, поэтому не жалуйся и запускай второй раунд. Ну, второй раунд не десятый раунд, поэтому у меня есть еще все шансы сегодня победить этот зоопарк какой-то. Херейт или не херейт? Да, Джонни, в смысле я? Почему он стоял все это время, медленно поворачивал головой и даже не соизволил меня убить, Жека Плеймин? Мы же с тобой друг напротив друга только что были. Побежала, буренка, побежала. Я только что видел, как здесь корова пробежала. Вылезай! Не буду я вылезать, что ты прикопался ко мне! Да это ты, Клайв! Вылезай давай, Вильян! Я знаю, где ты находишься! Там только что волчара побежал, здесь курица бегает, а здесь буренка спряталась, а там свинюха непонятная. Только что у меня на глазах корова сдохла. Как много всего интересного происходит на один квадратный метр! Вы бы знали! Ребята, главное не забывайте, как только вы видите, сразу говорите информацию, и мы все туда побежим. Ребят, я его вижу! Вот, я уже стреляю! Где он? Ты его видишь? А, не, я его это, с курицей перепутал. Господи, я думал, это кто-то только что был, а это просто курица в вагонетке решила покататься. В вагонетке? Ребята, он в пещере между водопадами, все быстро туда! Ты, господи, да, давайте все быстро в пещеру, быстро к водопадам, я там нахожусь, приходите, меня убивайте. Помогите, он оглобил нос! Я убил чайника, меня кто-то стреляет, я видел там еще Ксюха только что бегала, еще и свинюха про... Лама, а играет за овцу. Курица бежит. Курица непонятная, то ли это обычная курица. Да! Сдох от курицы. Зато убил половину команды. Да ты издевайся, я только вышел отсюда. Хрю. Ёпсель-мопсель, да сколько... Господи, испугался обычный свинюх! Я уже думал, это кто-то из игроков здесь купается. Выходите, давайте, ищите меня, все вместе хоть на меня навалитесь в один момент. Я же... Да ты меня бесишь уже! Это вы меня бесите, Ксюха, это не я вас бешу, это вы меня бесите. Так, здесь кто-то... Это что за курица? Жулик Плейчик это был. Там у нас бегающая собака. Это, наверное, Флозер побежал. Убил соп... В каком фонтане? Он на фонтане там сверху. Убил собаку, угадал, что это Флозер. Ну, как бы я не удивлен. И раунд не успел начаться, как я уже... Привет! Ёперная Натаха, второй раунд меня подряд убивает. Да что ж ты будешь делать? Да, курица! Сам такой, чё обзываешься?
Это по мне было? Не, ЖКПЛей, это обычная свинья. А вот это... А вот это обычная курица. Ладно, ничего, ЖКПЛей... Это флозер. Чё, в смысле флозер? Не-не-не, я ошибся, там просто другая собака. Фух, ты меня так напугал! А я тебя ненавижу, кстати. Спасибо. Вижу, бежит курица. А это была не курица? Это была Натаха курица! И это лама была курица! Вот что за двух куриц я только что убил! Нормальное такое начало раунда! Вы, кстати, по флозер бежит! Да, почему опять сразу флозер? Опять собаку видел? Нет, это не флозер, это просто собака. Хрю! Банан, я тебе так сейчас хрюкну, ты себе не представляешь! Так, раунд начался, убил трех, застряла корова! А это реально была корова. Вот еще один флозер. Ладно, корова, это курица на дереве. Это точно не обычная курица. Это... Да ну блин, я хотела стать шпионом обезьяной. Шпион недоделанный. Нет, еще раз яйцо снесла. Не, в этот раз ты меня отвлечь не сможешь, курятина. Как только выиграю этот раунд, моментально закончу эту серию с... Выстрелил в небо, убил лодку. Фиг его знает, что здесь вообще происходит. Как только убью всех этих наркоманов Петровичей, моментально закончу. Что у вас здесь происходит, господи? Летаю, а флозер бежит. А нет, это не флозер, это обычная собака. Ребята, я вижу его, ребята, он на этой, он на красной половине между амбаром и этим домом еловым. Быстро все туда! Господи, помолчал бы ты, помолчал бы ты, Хрейд, хоть раз в жизни. Приходите, давайте, я вас уже жду. Да ты издеваешься! Там где был? Куда по мне стреляют? Ребята, он еловый пламя, он взорвал этаже, быстро все сюда, пожалуйста. Ёпсельмон! Ребята, перемирие! Ага, перемирие! Минус 4 про... Фа! Флозер! Я ж тебя сейчас на поводок вот это привяжу к какому-то забору! 7-й раунд. И у меня курица возле головы. Надеюсь, это не ЖКПЛей. Я тебя только увидел! Да, вылезайте, ребятушки, давайте, ищите меня все вместе! Только раунд опять только начался, я уже почти вашего вот этого вот самого сильного снайпера убил. Клайп, курица побежала, нет, это обычная курица, я уже умею различать обычных и необычных. Я его съел! Флозер! Что такое? Вот это точно флозер. Вот эта собака точно как флозер побежала. Эта собака это не я, это лама. Да ты издеваешься, я вообще не понимаю, что ты творишь. О, флозер. Стой, где? Реально флозер, и ведь реально флозера я сначала шутил то, что это флозер. А нет, оказывается, не шутил, оказывается, реально флозер ядрит ты колотить, а? Ну сколько можно? Ну я вас умоляю, давайте разойдемся по-хорошему. Вы просто станете обратно нормальными людьми. Флозер? Нет, обычная собака. Вы просто станете обычными людьми. Мы опять будем играть каждый сам за себя. Если хотите, можете использовать капканы, я на самом деле... Хрю! Побежали отсюда! Так, пацаны, он в белом доме. Просто будем играть сам за себя, я вас умоляю, Бетфлогер! Да сколько ты можешь, собака бессмертная! Стой! Ребята, он на желтой стороне, быстрее! Иди отсюда, банан! Иди, или это Икс-Данил, или это... Да! Вот кто такой грозный Клайп, я! Как же я ненавижу свою команду. И Майнкрафт, и ролики записывать. И Хрейда! Я уже, если честно, сбился счета, какой это раунд. Но, наверное, 9-й или 10-й. Один раунд. Дайте мне, пожалуйста, выиграть. Всего лишь один раунд. И я сразу же... Грозный Клайп.
Эд, я тебя прошу, давай я тебе повторю последний раз. Ну все, ну сдавайся ты уже наконец, тебе на сегодня не выиграть, ну заканчивай уже серию. Слушай, ты так же говорил в предыдущий раз, когда вы были детьми, то что я вас не выиграю, но я же вас выиграл, Хрейд, выиграл. Значит, и сейчас я вас смогу победить, Флозер. Я не понимаю, я, во-первых, первый умер, и как ты вообще нашел меня? Вижу, собака бегающая, кто же, кто это еще может быть, как не Флозер? Нет! Да, курица! Кто? Ребята, он на мельнице на красной стороне! Помогайте! Уже бегу! Шпионы не додел... Шпионы не додел... Ладно, ладно, хорошо. Я тогда вас здесь подожду. Так приходите, гости, вот эти гости дорогие, давайте. Я вас всех здесь жду. Правда, у меня всего лишь 7 патронов и ненормальная овца, которая... Открыли дверь, заходите, проходите. Так... Ребят, пускай! Да ты что делаешь? Проходите. Давай, да я... У меня еще там кто яйцами бросается, ты чё? Курица, пак-пак-пак! А где моя снайперка? А где нет снайперки? Хорошо, придется яйцами кидаться. Да, давай, давайте, да. Знаете, да, в смысле? Да хватит меня курицами бросаться, я уже не знаю, кто их сдавил. Да, стой. Как хороша, сладкая победа. Так ты кто? И остался я против жулика Плея. То есть получается 1-1, что ли? Ну получается, что так. Только ты наверх посмотри. Жулик вверх. Жулик, он там. Я нифига не понял, что ты сейчас сказал. В смысле, какой вверх? Куда наверх посмотреть? Ой, извиняюсь, извиняюсь. Упал. Так, ладно, сейчас отсюда. Это жулик Плей. Нет, это обычная свинья. Ну я же вам говорил, то, что я сегодня выиграю. Остался последний жулик Плейчик. Еще бы вспомнить, за кого жулик Плей сегодня был. За курицу. Я помню, как я его убил, когда он был курицей. Выходи, мой дорогой. Давай мы это закончим прямо сейчас и прямо здесь. Жулик Плейчик, последний чохерый. Дрожат уже там ручонки. Мне же осталось убить его только... А, это обычная курица, Жулик Плей, ты куда скрылся? Выходи, давай, Жулик Плей, разберемся как настоящие мужики. Давай встретимся с тобой просто в центре. Обычная курица, я ждаю то, что ты примерно где-то вот здесь нахуй. Вот, Жулик Плей, это Жулик Плей. Секундочку. И это мой последний ролик, который я выпускаю на этом канале. Можете даже лайки не ставить, потому что я больше ролики записывать не буду. Все.